Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить, бандиты. Call of Duty все закончили мы. С бандитами сейчас будем заканчивать. Что-нибудь, может быть, я там нарою. Новинок ничего не выходит. Все старье выходит, только переделанные ремастеры. Эти все ремастеры, это просто для выколачивания денег. Блин, забыл эту штуку сделать. Окно убрать. В окне, не, в полном окне нет. Такой не делается здесь. Как такое окно? Тоже осталось, наверное, одна-две части. Заканчивать надо. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Циркачит. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Босс дал отмашку. Сегодня Морелло умрет. Здесь вот показывает значок на машине, что надо в машину сесть. В некоторых случаях просто не показывает. Показывает сразу, туда направление. А то, что машину надо взять... Поверить не могу, что мы едем за самим Морелло столько лет. Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет наш. Не, я не о том, что с Доном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Парни, вы как, в норме? Таксисты, как собаки, не резаны. Вспотел весь. Да, та же херня. Почти на месте. Давайте сосредоточимся. Как только увидим Морелло, сразу валим. Только его. Когда он согнется, его ребята запаникуют. Черт, мы и правда это делаем. Сколько он портил боссу кровь? Лет 10? Больше. Раз бы белый костюм делает его такой легкий. Трамвай, что-то я здесь не видел. Один раз, по-моему, что-то проезжал трамвай. Одни таксисты шныряют. Машина так разогнулась. Горки, что ли, едут? Корова вроде такая. Да. Я его вижу! Покажите его! Как обычно. Погнали! Всегда что-то чему-то мешает. Рядом. Почему не едет машина? Надо от них избавиться. За нами легавые! Да они впереди едут. Где за нами? За нами нет никого. Че ты вообще с нюху сбилась, игра? Они станут нашими. Первый только попадание. Чуть не проехал. Это что за машина, блядь, больно? Что за говно? Ездит. По-моему, я не туда повернул. Это игра типа драйвер. Никакой мафии я тут не вижу, на, по большому счету. Давай куски из мафии. Постоянные какие-то гонки, блядь. Я не знаю, может быть, в самом деле это первая часть такая была. Но, по-моему, насколько я помню, что-то не припоминаю. И все на дорогу вываливаются. Вы видели? Выпрыгивают на дорогу. Не по бордюру я еду, а по дороге. Они все на дорогу прыгают. Твои матери, в дороге. Сколько сможешь?
Вон, куда он едет? Прямо он, да? Давайте, парни! План будет нашим! Он прямо поехал. Перезарядитесь. Если он сейчас уйдет, то на несколько месяцев залежет на дно. Не дай его сорваться. Кто знает, куда он отправился. Если мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата. Мы обязаны его замочить. И попарпом. Вот козелы там они сидят. Название у них. Стараюсь, включи таксиста, ну ладно, замерзал. Блин, вот это вот, знаете, что раздражает сейчас? Вот это бряканье вот это. Чего это они стреляют, не пойму. По кому они стреляют? Просто едут и стреляют. Но какие-то надо было, наверное, все-таки остановки делать в стрельбе. Там, перезагрузки, перезарядки. Вот как вот, только сказал, и видать они... Долго мы будем кататься тут за ней? За этим баржем. Дурелый. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Я его не знаю. Где, блядь, он проехал здесь? Где вот он проехал? Черт ее знает. Все, я еще потеряю сейчас его. Я на карту не успеваю смотреть тут с этим нервотрепом. Особенно в этих переулках, когда там смотреть надо. Они уж прям с этими воюют. С полицейскими. Бессмертные такие. Надо разогнаться, а то сейчас не дадут проехать. Мы тоже доведем дело до конца. С ними это сейчас вот связываться с этим полицейским нет смысла, потому что он сразу уйдет и все, и переигрывает. Не знаю, с какого места будем переигрывать. Откуда? Опять может заново. Куда его несет? Ему не свалить из города, пока вы у него на посте. Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром. Он управляется к задним воротам. У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет. Самолет? Да. Там будут ждать его хранилы. И хорошо. Пора их вытянуть из списка. Он подохнет, и его шестерки вместе с ним. Ладно, лишь бы нас в твоем... Пучеглазый, блин, такой Архаровец, блин. Постоянно, видать, что-то накуренный. Потому что там их ждут 20 тысяч человек, да? Там его громилы. Вижу их. Что за ляпушки? Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в глазах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Так и черт. Барбаров был вообще там побалденный. Везучик, блин, такой. Еще один на помощь прибежал в укрытие. Бегите этих говнюков. Да куда? Больше так не делай. Пока не стреляю. Бери их в кольцо. Прости, дружище. Стоп, пригнись. Астралис попал в меня. Какие-то кружки, блядь, зачем это делать? Почему не крестик-то обыкновенный не сделать? Я не пойму. Кому эти кружки-то нужны, блядь? Умелые руки, блин. Куда он делся-то, блин? А? Кто это такой, блин? Вроде чужой, не знаю. Вали оттуда! Они его
Да что ты? Сейчас я сдохну, блядь, свои. Ты-то... Черт ты вонючий. Все, умирать сейчас будет полдня, блин. А, вон наверху меня лупил. Вон, оказывается, где. Сверху. Козленок там наверху стоял, снайпер. Вижу его. Туда укрыться. К ним еще один на помощь пришел. Меньше. Кто там тычет меня? У парня ствол! Тут еще громила! За тобой! А ну лё! Так, черт, у меня кровь! Подняй домой ему, стреляйте! Он здесь! Вон там снайпер, блядь, наверху. Как ты выжил-то, блядь, мужик? Понять не могу. Живой еще, да? Козел ты тут, блядь. Или нет, все-таки, вдох. Танцор диск. Я, блядь, расстрелялся, по-моему, чересчур. Сейчас у меня патронов не хватит. Пока не стреляю! Сейчас ты сгоришь! Что-то вывалился у меня там из штанов. Тоже психически идут. Да все, отойди от этой хренотени, блядь. Журналы какие-то эти опять поганые, вонючие говнищи подкидывают каждый раз. Есть, ну, нормально. Дико, блин. Понравилось. Последний магазин, что ли, нет? А, как раз на последнем. А, вот, смотри-ка. Давай-ка собираем. Что-то ему кинуть хотел, что ли? Где ты, Морелла-то, бля? Куда бежать-то? Морелла, Морелла. Парни, вы ничего такого не слышите? Самолет улетает, че? Все. Ваш Морелла. Ну что делать-то, я не пойму. Лучше нас обоих. С чего он лучше-то стрелять-то, я не пойму, а? Давай! Он уходит! Дай, давай! Мы не разогнались!
ушел. Сорви их оба! Я сяду за руль. Почему? Потому что я здесь водитель. Почему? А нам надо догнать самолет. Ладно, как быстро мы пересели? Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и варим урода. Это все равно, что с тобой сегодня? Так что-то, где тут я еду-то вообще? Там, о чем я говорил? Да, точно. Эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелла не сможет выжить. Машина не едет вообще. Или он издохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Ну, трамвай только сказал парень. Не ощущаю. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Под штриху, что ли, ехать? Да, конец. Но эти боссы, они на самом деле все такие живучие. Безумные. Нам надо расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это. Да дым, ну чё, где дым-то вы видите? Мы еще не приехали. Чё тут за озвучка такая непонятная? Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно? Да нет. Обломки, он еще не упал даже. Вот сейчас надо говорить. Выходим, обломки проверяем. Прям за рулем мы там. Господи Боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Ну все, черт, стоять-то над него телом-то. Встречи на том свете, Марк. Ты херов призрак. 3 сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненная дом. Или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Солерия? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Солерия за решетку. Если мы договоримся, моя семья в обмен на Дона. Спокойно в кафешке разговаривают они, ничего. Никто за ним не следит. Встретились в кафе с полицейским. Тут каждая собака его рожу знает. Узнаешь кого-нибудь? Томми. Присмотрись. С
старик — это Дон Пепоне, а двое парней — Морелло и Сальери. Да. Теперь узнаю. Год, наверное, 20-й. Апрель. Свадьба Морелло. Сальери был на ней шафер. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелло поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Морелло погиб. Сальери был вполне счастлив, считая, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелло, если они не спасли вот простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелло. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт более худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. И один из них решил искупаться. Доплыл до середины. И понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп. Не знал, что озеро слишком глубоко. И струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его? Им лишь бы что-то говорить. Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том.
Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Вини есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Вини за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. И водитель, и стрелок. Зачем тогда ему люди? Один я все сделаю за них. Эй, красавчик! Дамы. Ах, как жаль, что ты уже женат. Ах, он и не посмотрит на нас. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Чего? Тебя-то чего он задолбал? Я не пойму. Вот это вообще оружейник какой-то, да? Так он задолбал, блин. За машиной, что ли, сначала? Они, короче, в этой игре постарались сделать только машины. Все, по-моему, дело. Больше тут похвалиться нечем. Вот этими домами, они какие-то... Ну, не картонные, но тоже какие-то... Мафия вторая даже, мне кажется, лучше сделана. По качеству... Опа, лишение прав. Херня, не видать, что, сука, за освещение у них барбосов было. Ты мне ноги сломать? На, как-то. Топором. Кто там на сигнале до сих пор? Вот у меня. Чудовище такое. Куда вы чудовище? Эх ты, обстал неудачно, блин. Чел стоит. К нему, наверное. Эй, друг, иди сюда. Ну, стою. Тони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню. Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Эй, ты! Внизу! Мы никуда не уйдем! Вали отсюда!
Крюхер, кто-то идет! Нет. Ты точно не один из нас. Тебе здесь не рад. Предупреждаю, мистер! Взять тело. Может, я неправильно уже. Не обратно я бегу случайно. Да нет. Или назад я прибежал. Почему вы не оставите нас в покое? Это ты, коп? Тут заперто! Ты не войдешь! Шухер, кто-то идет! Так, куда идти-то? Через эту камеру, что ли? Чё, куда идти-то? Бачку выведу. Ты заблудился? Тебе нужна помощь? Вообще похоже, да. Ну-ка. Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Понятно, я ничего берегись, не понял. Берегись, знакомик. Мы сами тебя защищаем. Вот, да, что это такое? Вообще по наитию иду, вообще не знаю, не чего, куда я иду, пес я знаю. Дэвид, где ты? Считай твои деньги у меня. Эй, это кто? Наверх мою. Отличные ботинки. Снимай. Хотя, знаешь, мы тебе все равно нам. Ну че, блядь, ты не дерешься ты у меня, тупица, блядь. Почему он не дерется? Это лучшее решение в твоей жизни. Где чего тут открылось, хер его знает. Ходит он, все открывает, блядь, как у себя дома. Камеру пооткрывал я, куда идти? Черт ее знает. Лучше прячься как следует. Я тебя в гроб загоню! Лучше прячься как следует. Я не пойму, он не дерется с ним почему. С этими корьками. Че, Даль, куда дальше-то идти-то? Я что-то понять не могу. Лучше прячься как следует. Вижу его! Ничтожество! Вот один есть, но второй-то. Ублюдки. Так, какие он знаки-то вот здесь писал-то? Вот это что ли?
где-то был написан знак. Я что-то сейчас знаков-то уже не вижу. Может, я переборщил, блин. Еще подопать. Вот. Или нет? Вот, блин, дерьмо же. А, вот сюда, наверное, вот в эту дверь. Сюда. Я заблудился. Сам можно было не драться с этими козлами-то. Я его как не могу найти. Что такое? Я думал, будет больше народу. Это, наверное, какая-то дрянь там валяется. Так, где ты здесь? Жизнюшка. Ну ладно, пес. Блин, задрали они меня этой херней, блин. Какой-то тюрьме шарохается. Чего тут? Где тут? Ядрёную. По-моему, я правильно бегу. Если не ошибаюсь. Че, все? Как чувствовал, я говорю, не провались, да. Надеюсь, это заставка. Черт. Долго я был в отключке. Я помню, сейчас вот тут нервотрепка какая-то будет. Бегать, да, с этими дураками. Хрен выход ты сейчас найдешь. Пистолету надо тебе. У меня нет оружия, это интересно. Нет тут. Блядь, журналы эти вонючие. Я думал, может, пистолет есть, но. Да что ты, куда ты нахрен? А, вон аптечка. У него оружия-то нету. Че он, блядь, не открывает дверь-то, я не пойму. В чем дело-то, блядь? А, наверное, рычаг надо дернуть, блядь. Вон, блядь, точно. Давай подстраиваться будет неделю сейчас. Коноебельщик, блядь. Вонючий. Задерживайте каждого! Куда вот идти? Полиция! Туда, блядь, или туда? Это значок полдня горит, да. Мы все равно вернемся. Ё-моё, тупик забежал. Какой молодец.
Так чем я буду стрелять-то, блядь? Я не пойму, блядь. Пальцем, что ли, на? Ребятки, уж совсем, блядь. Ты окружен! Тебе не уйти! Я, по-моему, какое-то оружие было, блядь. Может, это по морде надавать, блядь, козлу этому? Достойным! Да давай, блядь, убей ты его! Давай быстрее с этим... Тело нам не надо брать. Нам надо, блядь, револьвер. Вон он, блядь. Я улетел куда-то. Так, вон лестница у нас. Я вот разве помню, где... Дай-ка сюда мне патроны. Ищи позицию получше! Ты что, ё-моё, неделю будет он... перезаряжать. Фуражки сейчас будут летать. Куда вот бежать? Черт его знает. Я разве помню, куда вот бежать нам? Тут я бы этих закутках, блядь, ковырялся. Туда-сюда, блядь. Куда вот бежать? Черт его знает. Вон туда, что ли, нам? Вот здесь где-то написано. Надписи эти. Ну чего? Вниз, еще ниже. Я уже внизу. Что это такое нарисовано? Сейчас-то мне надо убираться. Отсюда я, по-моему, пришел. Тупик. Забежал, да? Блять, в тупик забежал. О! Заходи к нему сбоку! Не направляй это на меня! Вот я тебя сейчас! Я за ним! О, аптечка где-то здесь, я вижу. Все, блядь, застрял в этой говне в этом, на, застрял, блядь. Это я опять в зал, что ли, вышел? Опять, блядь, кругами, блядь, хожу, блядь. Там, где они появляются, туда и надо, наверное, бежать. Давай бежим отсюда. Всем машинам, всем офицерам, нужна ваша помощь. Давай, блядь, колымагу это раскачивай быстрее, бля. Понятно, что быстро так не взломаешь, блядь. Смотри, циклист какой-то черт приехал, блядь. Мерзавец, ловишь. Сейчас сдохнет, блядь, машин не едет, ничего там. Ты смотри, смотри, блядь, какие чмошники, блядь, а? Все, он нахуй не едет никуда, блядь. Только выходите. Давай! Игра через задницу сделана. Игра жопа, блядь, натурена. Три раза я нажал, блядь, на бег, он нихера не бежит. Разогнался только, когда, блядь, через 5 минут, когда его убили, блядь. Где вот сейчас запись будет? Я вот без понятия, ну. Заходи к нему сбоку! Блять, он сдохнет, блять, пока я говорю, он сдохнет. Быстрее сдохнет, чем, блять, заведет машину или разгонит ее, блять. Может, повезет, блять, хуй-то. Хрен снесет, блять, повезет. Короче, наверное, бегом надо, пешком
Я подозреваю, что это здесь в игре такая тупость, что надо, блядь, бегом, пешком, блядь, бежать. Не надо никакие машины садиться, блядь, как в «Мафии» во второй, блядь. А просто надо бежать отсюда, блядь, и всё. Это же игра-то, блядь, от разработчиков, которые, блядь, такую хренотень сделали, блядь, с третьей «Мафией», блядь, что будь здоров, блядь. Блять, колесо пробили меня. Чё-то я такого не замечал, блядь. Чтобы колеса пробивали, блядь. Вылазь нахуй быстрее из этого говна, блядь. Да что ты, блядь, опять не бежит? Ну я не знаю, какой дебил, блядь, придумал эту дресню, блядь. Вдоль дороги бегу, идиот, блядь. Блять, он встает, что ли, я не пойму, блядь. Даже не знаю, может быть, остановиться, блядь, или чё. Успел, что ли? Хрен там, я успею. Целая вереница вот там за мной, смотрите. Кипат, блядь, это машина. Прибыл на центральном острове, подозреваемый исчез. Продолжайте поиски. Ё-моё, ну и корова, блядь. С лошадиным вымя. Или наоборот, ну и лошадь с коровой. Он ушёл, вернитесь к патрулированию, поймаем в другой раз. Чё, ещё раз прав лишился? Еле раскрутил. Тюрьма — это просто какое-то уродство. Это я второй раз играю, понимаете? Это я первый раз проходил ее тоже, эту тюрьму. Я вообще там бродил, блядь, как потемка в этих. Блядь. Не дали повернуть, блядь. Полицейский там козленок, блядь, арестует, блядь. Блядь, погоня, блядь. Малая вот эта серия, конечно. От Николки. И через весь город, блядь, опять Перецево. Ездим туда-сюда, блядь, туда-сюда. Эти поездки, блядь, задрали просто, блядь, этот драйв, блядь. Драйвер, блядь. Записываться бы надо. Ну, вроде запись пошла. Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это она сейчас, по-моему, за него заступаться будет. Хороший. Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его нет. Жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен уйти. Сваливай пустые.
Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Ну вот они и делали третью мафию, да? Все косяки, вся эта хрень у них вышла наружу. Они все знают об этом. Почему они здесь ее не доработали, не сделали, не довели до ума эту часть? Более, это бабки просто надо срубить. Команда какая-то не знающая, и никто ее знать не знает. Да? Все на деньгах завязано, блядь. Сделано было срубить бабки. Да, отменно, босс. И это только начало. Сигар вообще партия не умеет курить. Их не в себя же курят. Конфисковали таможню. Чего? Я не понимаю. Ни вкуса, ничего. Нам нужно украсть сигары? Украсть, правда. А что тут такого? Да, после я такой, вот как раз, наверное. Готовы нехило платить за хорошие сигары. Во-вот, вот да, здесь вот. Вот. Как-то это... Как дети. Мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни. Вроде ничего так это будет. Черт. И грохнем. Интересно, вроде там шарох. Нет. Потек. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего, Том? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Ничего, ты выполнять не будешь, что ли? Тогда постараемся, чтобы шестерка. Не прижали. Да? Задумываться стал, мужичок. Мы намекнули, что выполнять надо. Я припрятал все нужное неподалеку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично. Ладно, давайте на этом остановимся. Я думаю, достаточно одной таблетки. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.